Как правозащитник я многого достигла. Как депутат сделаю еще больше. Все жители Латвии должны быть полноценными европейскими гражданами, и их голос должен быть услышан. Моей главной задачей в Европе будет образование. Основой образования должен быть родной язык. Язык, на котором ребенок познает мир. Как и везде в Европе, выпускник должен знать три языка. В Латвии это латышский, русский и английский. Европа должна быть союзом демократий, а не национальных предрассудков. Я за европейскую Латвию.